Особую активность на выборах президента страны сегодня проявляют граждане России, эвакуированные из сектора Газа. Палестинцы голосуют за будущее страны наравне с другими ее жителями, отдают свой гражданский долг на 303-м избирательном участке. Да, это очень важно. Народ должен выбрать, кто свой президент. Это зависит от него будущее нашей, наша семья и дети, и будущее России. Напомним, что проголосовать на выборах может каждый житель, достигший 18-летнего возраста. Этим правом и воспользовались палестинцы. Своим голосом они надеются выбрать мирное и светлое будущее, цену которому они знают. Это его право, его должность перед государством, перед Россией. И это вот тоже зависит наше будущее и будущая страна, и зависит будущее всего мира. Проголосовавшим палестинцам сегодня вручают сувениры и подарки. Избирательный участок номер 303 определен постановлением избирательной комиссии Ингушетии как участок, на котором голосуют лица, являющиеся гражданами страны, но не имеющие прописки. По итогам вчерашнего дня у нас жители города Магас у нас проголосовали чуть более 49%. Сегодня по-прежнему явка очень активная. Надеемся, что и завтра, третий день, тоже будет активная явка. Сегодня к нам также пришли проголосовать в Магас на наши избирательные участки наши вновь образованные граждане. Это жители Палестины, которые приехали к нам. Спасибо им огромное, что вот тоже решили поучаствовать в выборах, выразить свою гражданскую позицию. Это вам спасибо за то, что вы обеспечили этот праздничный день. Сегодня для нас это праздник. Те, которые ухаживают за нас, это великолепные люди. Мы не нуждаемся ни в чем. Альхамдулилля, мы сегодня пришли на голосование, выполнить свой долг, как россияне и как эвакуированные люди из сектора Газа. Вам спасибо огромное за это. 303-й избирательный участок развернулся в центре образования в Магасе. Для тех, кто пришел отдать свой гражданский долг, соблюдены все условия. Охрану порядка обеспечивают правоохранители. Дежурят сотрудники МЧС, медперсонал, помогают волонтеры. Закрепленные территории, улицы Назарбаева, Нальгиева, Чехкиева и другие. Избирательный участок работает в штатном режиме. Избиратели подходят. В среднем активность хорошая. Хотелось бы обратиться к своим избирателям и сказать им, неважно, какой вид голосования вы выбрали, важен каждый ваш голос. Для нетранспортабельных и жителей пожилого возраста подготовлена выездная группа для голосования с переносным ящиком и бюллетенями. Для тех, кто еще не сделал выбор, могут это сделать до 8 вечера или в заключительный третий день. Адам Ирешков, Муслим Арчаков, Магас, 24.